Что-то я не вижу огромное количество беременных мамочек, гуляющих по паркам. И демографическая обстановка, ну, не знаю, но мне кажется, что все как было, так оно и есть. Все стремительно снижается. Что сделать для этого? Ну, в первую очередь, не просто обещать, наверное, этот самый материнский капитал. А, может быть, какие-то строить специальные, не строить, а устраивать или организовывать специальные департаменты, еще что-то, чтобы помогали именно мамам, чтобы пропаганду какую-то вели. Может быть, общества какие-то создавались специальные именно для молодых мам, для того, чтобы у нас все стало хорошо с демографическим, с демографической ситуацией. Но самое главное, мужчин надо. Мужчин-то нет. От кого рожать, если нет мужиков? Ну вот так вот, если серьезно подумать. У нас вокруг одни кончиты и мужчины, которые хотят только собственного благополучия. А дети — это как-то для них уже не самое интересное, что может быть. Вот и все. В первую очередь надо сознание людей поменять, а уже потом думать о демографической обстановке в стране.